Ненавидите ли вы США? Совершенно ровно тоже отношусь. Вот можно ненавидеть тех, кого не знаешь, в принципе. У меня нет никакой ненависти к людям. Я за мир во всем мире. Я не то, что ненавижу, я просто негативно к ним отношусь. Просто из их политики. Нет, конечно. Я очень хорошо отношусь к США. За счет чего мне не любить США? То, что мне кто-то говорит относительно того, что кто-то мне там может желать зла, нет. Я в это не верю. Честно, я бывал в США, вот. Я ненавижу США. И не из-за сегодняшней ситуации. За сегодняшнее это как раз подтверждение тому, что я был. То есть, как бы это страна большого обмана. Вот эта вот американская мечта, это все ложь. Не очень люблю такие вопросы, потому что все-таки стоит разделять политику и людей, которые живут в государствах. Я как бы житель планеты Земля, и я уважаю всех людей, я уважаю каждого, кто живет на этой планете, независимо от того, в каком государстве он живет. Of course, yes. Почему санкции ебаные? Спорно все. Экономическая ситуация позволяет подумать над этим вопросом. И присутствует достаточно высокий уровень зависимости от американской экономики. Но я думаю, мы сможем добиться независимости в экономическом плане. Ты сейчас автомат получишь. В руки причем. Простому народу никакой ненависти не испытывают. Политиков ненавидеть смысла нет, но... Они другие, у них свои интересы, они их преследуют. Нет, не факт. Я вообще считаю, что ненавидеть кого-то, это пережиток прошлого, и ко всем другим нациям, народам нужно относиться с уважением, с пониманием. Добавок у Америки огромная культура, которая пропитывала нас всех тоже, по крайней мере, меня с раннего детства. Я вырос на американских мультиках, ходил в американские Макдональдсы, и к Америке у меня особо хорошие отношения. Не верю тому, что Америка искренне желает нам зла.